На встрече обсудили возможные точки соприкосновения в информационной поддержке. Отметили важность сотрудничества по многим вопросам, где главной целью является решение самых острых проблем, не доводя их до критических ситуаций. Я очень надеюсь, что вот данная встреча поможет нам, во-первых, друзья, во-первых, лучше понять, чем занимается центр, что он из себя представляет, а во-вторых, попытаться найти какие-то точки соприкосновения. Потому что те задачи, которые решает и центр, и наша общественная палата, они, в принципе, довольно близки. Центр управления регионом – серьезный инструмент, который позволяет понять глубину проблемы и дать рекомендации органам госвласти, как оперативно ее решить. Общественникам рассказали о работе ЦУРа и главной задаче – популяризировать платформу среди населения. Мы сегодня бы хотели как раз и через вас в том числе донести и широким слоям нашего населения Республики Мордовия, что мы есть. Мы работаем. У нас очень много хороших проектов, историй, кейсов, которые мы уже отработали. Сотрудничество общественников и центра имеет очень большое значение. Ведь разобраться с болевыми точками республики команде единомышленников гораздо проще. Общая задача – решить как можно больше проблемных вопросов. Сергей Кувакин, Станислав Семин, Народные новости.